Мне мои знакомые китаисты в начале всей этой войны показывали китайскую карикатуру, которая выглядела так. Режут свинью, на свинье написано «Украина», рядом стоит другая свинья и поверх забора заглядывает. И вот на этой свинье написано «Тайвань». Она смотрит, типа, на свинью по имени Украина. Как я понимаю, эта картинка была очень популярна в китайских соцсетях, но потом она очень быстро пропала, потому что выяснилось, что что-то там со свиньей не так режется, бекон не получается. Подгорает бекон у совсем других. Не тех, кого режут, а тех, кто собирался резать.